Всем доброе утро. Сегодня воскресенье, 11 июня, 8 часов утра. И вот вы снова видите эти ворота. И как вы уже догадались, что сегодня состоится очередной матч наших деток У7, У8 против команды Ауэрстали. Мы находимся у себя дома, на нашем домашнем стадионе. И опять сегодня по вот этим правилам, где у каждой команды по двое ворот, нету вратаря, и они играют 3-3. Ну, в следующем году, я надеюсь, уже будут нормальные ворота и нормальные правила. Вот, немножко расскажу по правилам. Вот вы видите конусы. Вот он есть, белый конус. Ну, это понятно, что это означает уже зону, да? А вон стоят синие конуса. Синие конуса обозначают, что по воротам можно бить только за синими конусами. Ну, то есть с центра поля между синими конусами бить нельзя по воротам, и гол не засчитается. Но только когда ты идешь, ну, допустим, в эту сторону и проходишь синий конус, тогда только можно бить, и тогда только гол засчитается. Ну, такие правила. Вот, поэтому будем смотреть. Вот мы видим команду Ауэрстали. Девчонки есть тоже. А вот они, наши чемпионы. Наши тренера. И Тимофей в кепке, как обычно. Вот она под номером 9. Ну там Тимофей, кепки под 9 номером. Вот наш матч закончился. Не знаю, какой счет. Но Тимофей забил 2 гола. В чужие ворота и 1 гол в свой, в свои ворота. Молодцы. Спасибо всем за внимание. А это был Пол из Австрии. Чао-чао.